В Сергиево-Посадском городском округе продолжают работу мобильные пункты вакцинации. Сделать прививку от ковида можно в торговом центре, сельской амбулатории и в травмпункте районной больницы. Во вторник, 21 сентября с 10 до 12 часов, прививки делают в клубе «Активное долголетие» и в амбулатории села Мишутино. В среду, 22 сентября с 2 часов дня до 6 вечера, открыт пункт вакцинации в торговом центре «Капитолий». Также прививки ставят в амбулаториях поселка Лесхоз и НИИРП. В четверг, 23 сентября, вакцинация приедет в амбулаторию поселка Загорские Дали. В пятницу, 24 сентября, с 12 до 17 часов, будет работать пункт вакцинации в торговом центре «Маяк». Вакцину также привезут в поселок Скоропусковский. В субботу, 25 сентября, с 10 утра до 3 часов дня, открыты пункты вакцинации в торговых центрах «Капитолий» и «Счастливая семья». В воскресенье, 26 сентября, с 10 утра до 2 часов дня, пройдет вакцинация в торговом центре «Маяк». Согласно графику, работает пункт вакцинации в торговых рядах. Со вторника по пятницу с 12 до 17, в субботу с 10 до 15 часов. По своему графику проводят вакцинацию в культурном центре Елизавета Мамонтова. Вторник и четверг с 2 часов дня до 7 вечера, в субботу с 10 утра до 3 часов дня. Кроме того, по будням с 8 вечера до 8 утра можно вакцинироваться на базе травматологического пункта районной больницы. В субботу в травмпункте можно сделать прививку с 3 часов дня до 8 утра следующего дня, в воскресенье с часу дня до 8 утра следующего дня. Заработали также мобильные пункты вакцинации от гриппа. В среду 22 сентября от гриппа вакцинируют торговые в торговом центре «Маяк» с 10 до 15 часов и в четверг, 23 сентября, с 10 до 15 часов в торговом центре «Капитолий». Предварительная запись на вакцинацию не требуется, при себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и медицинский полис.